Ребята, кто не в курсе, как снимается ручка вот эта на Мазде, вот вам показываю модель CX-7. Значит, смотрите, сначала нужно снять карточку, это понятно, да? Опустить стекло, значит, до уровня, вот есть тут заглушки здесь резиновые, да? И открутить стекло. Потом стекло поднимаем и фиксируем, и зафиксируем ее сверху. Дальше я покажу. Вот. Один открутил, второй откручиваем. Оно так просто не упадет. Там есть фиксаторы, чтобы оно на низ не ушло, да? Сейчас. Так. Короче, открутили стекло, поднимаем его вверх и фиксируем, чтобы оно не упало. Но у меня в этом случае, вот допустим, бронированный скотч, он крепкий. Так. Так, с этим все. Теперь дальше нужно снять вот эту часть полностью, причем можно ее снимать полностью, и дальше мы доберемся уже до ручки, потому что на этих моделях здесь нет отверстия, чтобы можно было снять вот эту штучку, как везде это нормально сделано на других автомобилях. Короче, показываю дальше. Снимаем вот эту штуку. Так, сбросили вот эту штучку, да? Теперь смотрим дальше, друзья мои. Вот есть гаечка, что она такое, короче говоря. И здесь также есть гаечка. Ее тут не видно. Ну, короче, она тут есть тоже, да? Нужно снять тяжку вот эту, по-любому. Вытянуть тяжку. Тяжку сняли. Так. Вот эту. Вот этот болтик откручиваем, да? И вот этот болтик или гайка, ну там тоже резьба, короче говоря. Сейчас будем откручивать. Один открутили, второй откручиваем. Вот он, видите какой? Так. Вся система. Что тут еще такое? Погодите, какой-то проводочек. А, вот он, да? Я так понимаю, да? Вот он идет сюда, этот проводочек идет сюда. Так. Ну вот и все. Вот ручка уже снята. Я не знаю, зачем так придумали все геморройно. Чтобы добраться до ручки, да, подходу надо все разобрать, все раскидать. И тогда уже будут два болта какие-то с резьбой, чтобы их достать. Сзади тут вообще система немножко по-другому. Тоже то же самое, нужно все раскидать. Вот, видите. Только там стоит пластмасска, вот еще одна такая. Вот. Ее сначала надо скрутить, а потом два болта, как здесь. Ну, короче говоря, зачем так усложнять, это уже другой вопрос. Почему так придумали. Ну и теперь, ну, болтики можно наживить назад. Вот эти здесь, вот этот был. Чтоб потом их не искать, да? Здесь был вот этот. Наживим его сюда. Ну и, соответственно, теперь можно, в принципе, поцепить вот эту часть, чтобы она нам не мешала. Так, а как вот это было? Просто, да?
Вот так это было все. Вот так. И подцепить, чтобы оно не болталось, грубо говоря, на пару болтов. Здесь там и здесь где-то можно. Собственно, и все. Я думаю, кто не знал, будет теперь знать, чтобы снять ручку, то ли эту, то ли на задней двери, на этих автомобилях, именно вот на вот этих, вот они, пожалуйста. Нужно снимать карту дверей, всю начинку, все полностью, и тогда вы сможете снять ручку. Кому помог, ставим лайки, подписываемся на канал. Будет что-то такое по ходу сложное, как вот здесь ручкой отсниму, покажу, потому что сам, если честно, искал, как снять. Думаю, а чё я не сниму, допустим, такой же ролик, чтобы люди видели, мало ли. Потому что я реально думал, ну как снять. А оказывается, надо все разобрать, друзья. Все, всем пока и до новых встреч на моем канале.